15 ноября текущего года в Следственный отдел Регионального следственного комитета России поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного деревянного дома, расположенного в деревне Пеньково Спировского района Тверской области, в результате которого погибла женщина и ее 5 детей. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Регионального следственного комитета России, МВД и МЧС. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка. В ближайшее время для установления точных причин смерти по материалу проверки будет назначен судебно-медицинский экспертизы для установления причин возникновения пожара, пожаротехническое исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.